Всем привет, у меня случилась беда, доставал флешку с регистратора, и она благополучно улетела в воздуховод печки. Разбирать торпеду совсем неохота, у меня есть эндоскоп, сейчас попробую при помощи его вытащить. Эндоскоп прекрасно справился с поставленной задачей, очень хорошо помогли ионные все эти приспособы и двусторонний скотч. Я избавлен от очень большого серьезного головняка, флешку достал. Ну и на этом, ребята, всем, кто смотрел, спасибо огромное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до свидания.